Привет-привет, мои хорошие. С вами Ольга, Берегиня Соап. Тщательно сбрызгиваем формочки спиртом и закрываем резинками. Смотрим, чтобы резинки не перетягивали форму. Это очень важно. Я уже развела нужную мне основу, смешала белую и прозрачную. Добавляем аромат. Аромат добавляйте, какой вам больше нравится. Я экспериментирую с разными. И цветочные добавляю, и фруктовые. Видим, как-то больше сладенькое нравится, фруктовые. Добавляем пигмент. Пигменты у меня Швейцария. В данный момент я добавляю черничный. В процессе я добавлю бордовый и пару капель синего, чтобы получить нужный мне оттенок. Хочется показать на камеру, какой красивый оттенок получается. Чтобы определить оттенок правильно, можно капнуть капельку на форму или рядом на стол, чтобы видно было, какой цвет у вас. Подходящий вам или нет. Приступим к пониманию наших цветов. Вот такой цвет у нас получился. Так. Здесь перегородочки нужно зачистить обязательно и дать просушить. Не просохнет дня два.